15 тысяч россиян заразились коронавирусом за минувшие сутки. Цифра остается стабильной уже на протяжении нескольких недель. Роста не зафиксировано. Всего в стране более 4 миллионов подтвержденных диагнозов COVID-19. В республике также снижается показатель заболеваемости. За сутки заболели 72 татарстанца. Один умер. Что касается ситуации в Автограде, прирост за день составил 10 зарегистрированных случаев болезни. Всего COVID-19 зафиксирован у 1770 челнинцев.